Глава азербайджанского государства считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции за приобретение ею систем противовоздушной обороны С-400. В то время как некоторые страны-члены НАТО используют аналогичные системы ПВО, применение санкций против Турции – это несправедливость. Глава государства оценивает эту ситуацию как проявление двойных стандартов и беззакония. Об этом заявил помощник президента заводделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что эти санкции не воспрепятствуют шагам, которые Турция предпринимает для повышения своей обороноспособности. На предложение Турции обсудить этот вопрос в рамках соответствующей рабочей группы объективно и непредвзято с политической точки зрения не был дан адекватный ответ. Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция – Азербайджан. И наши страны всегда рядом друг с другом. Присутствие на состоявшемся 10 декабря в Баку параде Победы президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана является очередным примером единства Азербайджана и Турции.